ссоры Станислав ушел из дома, и Елена обратилась к Вере с просьбой вернуть мужа. Вера определила, что в отношения супругов вмешалась магия, и чтобы ее снять, Елена должна добиться от мужа поцелуя. Но Станислав был согласен помириться с женой только при условии, что она родит ему ребенка. А Елена не хотела уходить в декрет, ведь совсем недавно она получила повышение и солидную прибавку к зарплате. Значит, завтра утром встречаемся в офисе. Деловая встреча затянулась допоздна, и Ян предложил подвезти меня до дома. Я согласилась. Тем более, что муж весь день не отвечал на мои звонки. А я в прошлом году отдыхал в Сент-Тропе. Там такая красота. Пальмы, песок, чайки. Пахнет так каштанами вкусно. Это нам весь. И такая романтика, там пары гуляют. Такие красивые. Никогда не была в Сент-Тропе. Ян, что вам нужно? Зашел перед вами извиниться. Лена, я вел себя безобразно. Простите. Но вы такая обаятельная женщина, что мне просто снесло крышу. А давайте вместе поужинаем. Знак примирения. Ну нет, это лишнее. Лена, умоляю. Олег не устоит нагонять, если вы меня не простите. А хотите, я на колени встану, а? Не надо, я согласна.